Началась регистрация кандидатов на предварительное голосование «Единой России». Праймерис позволит выбрать тех, кого партия выдвинет на осенних выборах в Государственную Думу и Государственный Совет Чувашии. Сегодня в Чувашском региональном отделении партии «Единая Россия» зарегистрировали первого участника предварительного голосования. Им стал министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. Очень много сделано для поддержки агропромышленного комплекса. Сегодня работают более 50 программ для развития отрасли. Но в то же время и предстоит сделать очень много. Мы знаем, где есть недоработки, где нужно потянуться, что надо сделать, чтобы работать еще эффективнее. В этом году в предварительном голосовании может принять участие любой гражданин России, член партии или беспартийный. Кстати, в «Единой России» позаботились об эпидемиологической безопасности избирателей. Проголосовать можно будет, не выходя из дома. Предварительное голосование пройдет в электронном виде с 24 мая по 30 мая через портал госуслуг по идентификации личности. То есть каждый избиратель по всей нашей стране может зайти на портал госуслуг и проголосовать за того или иного кандидата. Документы от участников предварительного голосования будут принимать до 29 апреля. Голосование за будущих кандидатов пройдет с 24 по 30 мая. Проголосовать может любой желающий житель Чувашии. Татьяна Молокова, Алина Сусметова, Юрий Марков, Республика.